Доволен ли ты жизнью, которой сейчас живешь? Или ты хотел бы изменить ее в лучшую сторону? Наверняка есть люди, которым ты завидуешь. И наверняка есть люди вокруг тебя, которые живут лучше, чем ты, живут счастливее. Хочешь ли ты, чтобы, смотря на тебя такого же, как они, тебе тоже завидовали? Хочешь ли ты, чтобы о тебе отзывались как о сильной и способной личности? Говорили о тебе как об успешном человеке? Конечно же хочешь. Да кто бы не захотел, тогда мой тебе совет. Принимай решение и перестань тянуть. Либо сейчас, либо никогда. Отбрось нерешительность. Именно она тянет человека назад. Можешь быть уверен, даже неправильно принятое решение лучше всякого бездействия. Если ты действительно хочешь изменить жизнь к лучшему, по-настоящему действительно очень этого хочешь, тогда есть только один путь. Начни действовать. Делай все возможное, чтобы развивать свою жизнь. Начни с самого первого, что придет в голову. Не бойся. Ничего и никого не бойся. Не бойся никаких препятствий. Запомни, как ни крути, жизнь все равно не вечна. Все, что ты прожил, твое. А все, что упустил, все, что не сделал и не пережил, не твое. Все просто. Уходя из жизни, ты не заберешь с собой проблемы и сложности, которые были, но ты заберешь с собой все счастливые моменты и воспоминания. Поэтому используй эту жизнь. Делай все, чтобы жить в достатке. Делай отчаянно и безрассудно. Потому что в этом мире останутся только результаты твоих усилий. Для тебя и для твоих любимых, которые останутся после. Возможно, ты думаешь, а зачем мне стараться делать что-то, если жизнь все равно так коротка и скоротечна? Зачем напрягаться? Ведь я не смогу забрать ничего из этой жизни с собой, уходя. Не успокаивай себя. Плохо или хорошо, ты все равно проживаешь эту жизнь. И весь вкус этой жизни, что ты сможешь прочувствовать, доступен тебе, пока ты здесь. Прямо сейчас, в этот момент. Ты должен получить максимум удовольствия в этой жизни, и дело не только в развлечениях. Ты должен получить максимум удовольствия, осознавая и используя весь свой потенциал. Знаешь ли ты, в чем самое большое наслаждение в жизни? То наслаждение, которое получают только лучшие. Это чувство наслаждения приходит в тот момент, когда ты достигаешь целей, которых безумно хотелось достичь, но которые казались чем-то невероятным и недостижимым. То самое чувство на 5 минут, с того момента, как ты осознаешь, что достиг своих целей или задач. Всего лишь 5 минут. Казалось бы, так мало. 5 минут за дни, месяцы и годы пути. Но зато, какие это 5 минут? Это те самые 5 минут, которых не заменят ничего. Ни один фильм или игра, ни ночь на дискотеке или развлечения. Те самые 5 минут, которые невозможно заменить ни одним даже самым любимым блюдом или занятием. Это те самые 5 минут, которые стоят всех усилий. И иногда эти минуты становятся чем-то невероятным не только для тебя, но и для твоего окружения. Минуты, которые обрадуют и смотивируют, и изменят не только твою жизнь, но, может, и жизнь людей вокруг тебя, жизнь твоих близких. Всего лишь 5 минут. Не обманывай себя. Смотря на жизнь как на нечто временное, не ограничивай себя мелкими радостями и незначительными развлечениями. Они доступны всем. Наоборот, осознавая тот факт, что жизнь не вечна, делай важные и большие дела, исследуй и узнавай новое. Наполни свою жизнь по максимуму, вплоть до последнего момента, как можно большим количеством тех самых 5 минут. Живи свою жизнь, живи по-настоящему. Встань и двигайся в направлении своих целей. Встань, не мешкай, начни. Если не знаешь, чего начать, узнай. Информация сейчас доступна всем. Ты можешь прочитать и обучиться всему, используя только интернет. И все это в основном бесплатно. Используй потенциал времени, в котором ты живешь. Времени, полной информации и возможностей. Учись. Самое главное, не сиди и не жди чего-либо. Потому что в последние дни твоей жизни внутренний голос шепотом задаст тебе один вопрос. А жил ли ты на самом деле? Так пусть в твоем случае это не будет ответ сквозь слезы. Я сожалею, что нет. Я не смог прожить эту жизнь в полной мере.
Вспомни все 5 минут, которые были в твоей жизни, и пусть ответ прозвучит так. Да, я действительно жил. Если вам понравился ролик, то не забудьте поделиться этим видео с теми, кто вам дорог, и подписаться на наш канал. Спасибо.